Прекрасный вид на один из карьеров Липовки. Это самый маленький. Ехал грибы посмотреть, что все сухо, хотя дождище прошел, все лето жарило. Вот, мармара лежат. Какой кварц. Кварц сверху скинул откуда-то. Вот это опал, похоже.
загудели. Стенка. Кварц есть, но видно минералогии. Какая животка. Кашка, да мала чашка. Да, было бы скользко тут, точно бы слетел. Так и дорога вышла к мраморам. Ну, опало-то. Вот как природа точит. Вода да ветер свое дело знают. Видите, какие вон.
Да. Здоровски. Выше моего роста. Ну, корочки халцедона как поблескивают. Хорошо в лесу, птички поют. Шею сломать можно. Как вода поднялась. Много разных интересностей, конечно, можно найти. Пожалуйста. Опал. Сколько тут? Десятков килограммов. 4-5, наверное. Вон какой халцедон. Очередной камень. Помыть его. Этот уже опал. Ну, здесь марганец отложился вроде как. Дальше погуляем.
Мармара в карьере. Фуксит. Очень мелкие рубины. Красотень. О, как ветерок волны гонит.